Прошло выездное совещание по вопросам размещения наружной рекламы. Его провел первый заместитель руководителя Главного управления по информационной политике Московской области Александр Минчук. На встрече обсудили меры дополнительной поддержки бизнеса в нынешних экономических условиях. Люберцы стали пятым подмосковным муниципалитетом, в котором по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева состоялось совещание с участием операторов наружной рекламы. Основная цель – услышать предпринимателей и поддержать их. Андрей Ильич раз на году сказал, говорит, вот всем тем людям, которые пришли и вложили деньги в Московскую область, в данном случае наружную рекламу, им надо помочь. Вот эти сложные периоды, в которых мы оказываемся, пережить. Компания «Восток Медиа» – одна из крупнейших в округе. На территории Люберец установлены 33 ее рекламных конструкции. Но работать в нынешних экономических реалиях трудно. Мы просим первый квартал 2022 года и возможные долги за 2021 год дать рассрочку на них на 6 месяцев, например, на конец года, чтобы мы платили. А второй, третий квартал отменить 2022 года просим. Комплекс мер для поддержки предпринимателей уже разработан. Многие вопросы будут решены на региональном уровне. Готова пойти навстречу и Федеральная антимонопольная служба России, которая осуществляет надзор за исполнением закона о рекламе. Отсрочка или освобождение от платежей на период до 1 года. Раз. Пролонгация на год договоров и разрешений без проведения торгов по заключенным договорам. Третье – коды АКВЭД. Среди эффективных мер Александр Минчук назвал освобождение компаний от затрат по оплате аренды земли под рекламными конструкциями. Были обозначены и другие важные задачи бизнеса и власти. Сохранить рабочие места, сохранить уровень зарплаты, эксплуатировать конструкции, размещать социальную рекламу. На территории округа работает 21 рекламная компания. Региональное правительство и администрация Люберец готовы рассмотреть меры, которые сегодня востребованы в отрасли наружной рекламы. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.